Пришла весна, пора готовить машину к новому сезону. Во-первых, автомобиль нужно помыть. Приветствую. Что, какими судьбами? Как? Весна скоро, к сезону готовлю. На полотно заехал. Нет, дружище, просто ополоснуть перед подготовкой к весне. Этого мало. Ее нужно тщательно помыть, причем не только снаружи, но и агрегаты снизу, колеса и колесные арки и диски. Не будем терять время. Вперед и вперед. Помыли снаружи, навели порядок внутри. Здесь главное внимание лобовому стеклу. Лобовое стекло изнутри надо почистить и помыть, потому что за зиму мы не видим, было пасмурно, накопилось столько грязи, что на солнце это будет бликовать и очень помешает тебе в управлении автомобилем. Но на этом наша работа не заканчивается. Следующий этап – масло. Пошли покушать. Движущие детали. Нет, движущие. Обрабатываем. Это не обрабатываем. Ручки открывания двери, потому что всю смазку мы уже оттуда удалили. И, естественно, петли, чтобы не скрипели. Не забываем смазать петли на капоте. Следующий важный этап. Нужно проверить уровень тормозной и охлаждающей жидкости. Но для этого сначала протрем бачки, чтобы было лучше видно. Все вроде бы в норме. Все протер, все чисто и на твой взгляд все. Этим и отличается просто любитель от профессионала. Жидкость-то на месте, но качество неизвестно. Ехать в лаборатории не надо, можно все сделать на месте. Для этого нужно иметь всего лишь вот такой прибор. Экспресс-анализ можно провести за пару минут. Единственная проблема – стоит этот прибор недешево. Но с другой стороны, здоровье автомобиля того стоит. Вот, в принципе, и все. Все тебе показал, стекло даже протер. Это тебе в подарок. Но не забывай, что тебя еще ждет смена шин и сезонное ТО. Пока!